Отношения же, это когда вы совместно делаете что-то. Например, создаете, например, вот как в поход ходят, каждый взял один тушенку, другой – макарошки, третий – кашку, пятый, понимаете, еще чего-то. И вот они пошли, и потом раз, все набульбенили, получили, называется, макароны по-флотски. Вот. Это и есть отношение. Вы вкладываете.